Доброе утро. У меня идет лечение. Мне поставили капельницу. Лечимся пока что. Вот. Буду надеяться, что меня по-быстрому здесь вылечат. И я пойду на работу, потому что очень много дел на самом деле. А там, не знаю. Пока лечимся, антибиотики колят, капельницы делают, таблетки дают. Вот. Кстати, уже я ночью, я если ночью спать не могла, кашляла все время, задыхалась, то сегодня я без кашля проспала. Вот. Так что надеюсь, все будет прекрасно и хорошо. Ой, сейчас телефон просто падает. Вам желаю хорошего настроения, прекрасного дня, мои хорошие. У меня под эту соседку выписали уже в 9 утра. Вторую соседку отвели на УЗИ. У нее ковид нашли и двухсторонняя пневмония. У меня тоже двухсторонняя пневмония слева, внизу, внизу легкого. Вот. Ну, пока лечимся. Надеюсь, ковидом я не заболею. Сейчас собираюсь позвонить по полису. Сказать то, что у меня Нина, сестра наша, беременна четвертым ребенком. У нее тоже пневмония. Вот. Сейчас находится в больнице с детьми. Вот. Но она детей лечит. И детей лечит вроде как вакцина, а она не лечится. Ну, там не знаю, конечно же. Нужно звонить, говорить об этом. По полюсу. Не знаю, конечно. Ну, в общем, такие дела. Но у меня же другой вид. У меня сопли пошли опять. Короче, надеюсь, меня быстро вылечат. Все, мои хорошие. Всем хорошего дня.